Копенгагене, друзья, в котором находимся мы в рамках тура «Море и горы», есть интересный дом. Дом Рика, он называется, 30-х годов 20 века, стоит прямо на бульваре Ганса Христиана Андерсена. Если приглядеться, можно заметить, что прямо на углу постройки термометр. Он говорит нам о том, что сегодня плюс 20 в Копенгагене и вообще хорошая погода. А еще чуть выше барометр когда-то работал. И если в Копенгагене было солнечно, то колесо вращалось, выезжала девушка на велосипеде. Если дождливо, девушка под зонтиком. Как-то уже почти несколько лет, наверное, лет 5 точно, ни то, ни сё. Колесо зафиксировано, барометр не работает, но тем не менее. Все равно забавно.